Добрий день, шановні радіослухачі. Це ефір Громадського радіо. Продовжується він програмою «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наш проєкт є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля і відбувається за підтримки американського народу, надані через агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках проєкту «Права людини в дії». Ведучі програми Анастасія Багалікка та Ігор Котелянець, відеоредакторка, разом з нами працює над випуском Таня Марія Литвинюк та звукорежисер Ірина Нижник. Ми завжди вам розповідаємо про воєнні злочини окупантів на нашій землі і разом з тим даємо приклади, які історії можуть бути цікавими правоохоронним органам або правозахисникам для встановлення, да, в контексті воєнних злочинів, встановлення винних за ці воєнні злочини. Якщо ви знаєте подібні історії, якщо ви бачили щось подібне, будь-які історії про злочини окупантів на нашій землі, будь ласка, повідомляйте про них, використовуйте будь-які засоби, яким ви довіряєте. Ми можемо підсказати, що існує такий дуже швидкий і безпечний спосіб. Це телеграм-бот, який називається Енергодар СОС. Знайти його дуже просто. В рядку пошуку в телеграмі вводите Енергодар СОС одним словом. Бот з'являється в результатах пошуку і допомагає вам правильно передати і структурувати ту інформацію, яка у вас є. Переходимо до теми програми. Настя, розкажи, будь ласка, з ким ми сьогодні будемо, чию історію будемо розповідати. Ігорю, дякую. Одразу розкажу про нашого гостя. Сьогодні ми розповідаємо історію цивільного заручника росіян, на щастя, вже звільненого, тому ця людина буде з нами в ефірі сьогодні наживо. Отже, Сергій Лінь, житель Маріуполя, волонтер, колишній цивільний заручник росіян, пробув в російському полоні 108 днів. До повномасштабного вторгнення в Маріуполі Сергій був підприємцем, власником служби таксі. А з початком повномасштабного вторгнення вивіз родину в безпечне місце, а сам повернувся у Маріуполь 20 березня, щоб рятувати людей. Він зміг провести успішно кілька рейсів в окуповане місто, віз туди гуманітарну допомогу, назад забирав людей. Таким чином, за ці кілька рейсів вдалося вивезти з окупації 33 маріупольці. На третьому рейсі Сергій потрапив у руки до окупантів. Його і ще кількох заручників вивезли спочатку у Старобешево, потім у Донецьк, звідти в Оленівку. Протримали в полоні 108 днів. 4 липня 2022 року випустили з колонії в Оленівці без документів. Сергій повернувся до волонтерства. Він допомагає евакуювати людей з прифронтових регіонів. Сергію, доброго дня. Добрый день, Анастасия. Добрый день, Игорь. Спасибо за то, что пригласили. Дякую, що ви погодились з нами поговорити і розказати вашу історію, хоча вже виповнюється цим подіям цьогоріч 2 роки, тобто те, про що ми говоримо, це вже з погляду дворічної давнини, але для правозахисників, правоохоронних органів всі ці речі не менш важливі для документування того, що встигли накоїти в нашій країні росіяни. Наскільки вірно ми все хід подій передали у короткій інформації про вас? Все достаточно ёмко, синхронизировано по непосредственно как бы по моей довоенной деятельности и то, что произошло как бы непосредственно со мной в Маріуполі во время пасы, да, все верно. Я хотіла б почати нашу розмову із запитання, чому ви вирішили повернутися в окуповане місто, коли вивезли родину? Ну, вы знаете, с момента 24 февраля, то есть непосредственно как бы выехав вместе с семьей, я каждый день как бы мониторил информацию и, понимая уже с каждым днем, что Мариуполь уже полностью как бы непосредственно как под россиянами, то есть я понимал, что там творится, исходя из новостей, я принял решение, что у меня тотнуло, то есть как бы, кто как не мы, то есть непосредственно как бы мариупольчане,
поможет своим же. И я принял решение, что я озвучил его семье, что я поеду туда при первой же возможности помогать, выезжать, эвакуировать людей, потому что они самостоятельно оттуда выехать, к сожалению, не могли по ряду причин. Вот. Поэтому как только появилась возможность 18 марта, я прочел, что в принципе уже есть возможность попасть в Мариуполь. Я приехал в Запорожье, связался со знакомыми в поисках, какую организацию можно, где требуются водители, для того, чтобы начать эвакуировать непосредственно людей с Мариуполя. И я, ко мне обратились как бы более случая, наверное, более судьбы, мои же знакомые давние, как оказалось, вот, которым необходимо был водитель срочно, был куплен автобус, вот, то есть я его сразу как бы его купили, и на следующий день, как его он был приобретен, я 20 марта был осуществил непосредственно как бы первый рейс в Мариуполь. Вот. Рейс занимал 2 дня, то есть он приезжал туда, ночевал в Мариуполе, раздавал гуманитарную помощь. Естественно, ехали туда не пустыми. Мы максимально загружали автобусы, гуманитарную помощь. Это продукты, лекарства, памперсы, все-все-все, потому что то есть, нужно было абсолютно все в Мариуполе. Вот. Выгружал как бы, гуманитарную помощь. И после этого, как бы, была раздана гуманитарная помощь, я объезжал, где это возможно было в Мариуполе, места для эвакуации. То есть у меня был приоритет, был обозначен приоритет эвакуировать тяжело раненых гражданских, детей и стариков. То есть это было первоочередные как бы, задачи мои поставленные. Поэтому, может быть, при 17-местном автобусе за 3 рейса у меня, скажем так, даже за 2, у меня всего лишь 33 человека, потому что были и лежачие больные, были эвакуированы и люди с ДЦП, которые не могли перемещаться. То есть это занимало очень много времени, 7-го этажа опустить человека с ДЦП, погрузить в автобус, чтобы было комфортно ехать 7-8 часов через все эти блокпосты. Поэтому это было достаточно как бы трудоемкий, наверное, и долгий период. И плюс там более 20 блокпостов проход занимал. Поэтому, вот, наверное, все-таки это число я его как бы так озвучил. Возраст Иисуса Христа 33 человека. Она всего лишь удалось эвакуировать. И после этого на 3-м рейсе произошло, в принципе, для меня как бы... Ну, тогда я, наверное, знаете, как... У меня было только 2 мысли. Когда я занимался эвакуацией, что меня могут убить, либо могут ранить. То есть у меня и в мыслях не было, что я могу попасть в плен на самом-то деле. То есть ну вот просто от слова совсем. Но как это произошло, это было уже 3-й рейс, это было 20, я приехал 26-го, переночевал, и 27-го числа при раздаче гуманитарной помощи ко мне подъехали на машине люди в военной форме, без опознавательных знаков, без ничего. Спросили, кто непосредственно как бы водитель этого автобуса. Я сказал, что я. Он говорит, выгружай гуманитарку, поедешь с нами. Ну, я как бы особо не придал этому значения. Я говорю, да, сейчас хорошо, потому что я был зациклен на людях. Стояла очень большая очередь за гуманитаркой. Вот. И я начал продолжать заниматься своей деятельностью дальше. Ну, по истечении, там, может быть, 5 минут, там, 7, может. Они подошли, говорят, ты что, не понял нас, что ли? Выгружай гуманитарку. Я говорю, как я могу ее выгрузить? Потому что, ну, куда, во-первых? И, во-вторых, ну, люди же поубивают друг друга тут за эту гуманитарку. То есть сейчас хоть как-то они стоят в очереди. Если они что-то просто выкидывать, ну, начнется здесь что-то... ненормально. То есть они говорят, мы все организовали, есть люди, которые будут раздавать дальше. Вот, выгрузил гуманитарку прямо на асфальт, вот, и они подошли и сказали, значит так, едешь за нашей машиной, вдруг, если ты вздумаешь куда-то петлянуть, то мы стреляем без предупреждения. Ну и мы в сопровождении, как бы за ними я подъехали, мы в райотдел,
Вот. Мариуполь недалеко был. И все там без объяснений, без ничего. То есть зашли военные, сразу автобус, он говорит, так, надо тут посмотреть жучки, это наводчик, значит, тут надо все прошмонать. Вот. Завели в райотдел, спиной к стене, руки за спину, без всяких объяснений, без ничего. Завели в кабинет, сидел какой-то человек тоже в гражданской, не представился, ничего, начал допрашивать, что делаешь тут, зачем приехал, чем занимаешься, кто тебя послал, сотрудничаешь с военными, почему катаешься по городу. Ну, я как бы ответил все как есть, то есть, что я к военным не имею никакого отношения, то есть у меня совершенно гражданская миссия, гуманитарная, я исключительно только как бы гражданскими занимаюсь, эвакуирую и перевожу гуманитарно. Вот. Взял телефон, проверил его, на наличие каких-либо, может быть, доказательств в свою сторону. И также без объяснения вывели за коридор, и дальше уже все началось. Этапирование, как вы все это объяснили, никто ничего не объяснял, никто ничего не говорил, зачем, за что, куда. И я только понял, что я действительно попал в плен, когда нас этапировали с Старобешева в Донецк. Мы ехали в автобусе. Нам сказали никуда не смотреть, головы вниз, и мы только услышали на определенном блокпосту, остановились и спросил кто-то, говорит, кого везете? Вот. И там водитель, судя по всему, сказал, что говорит, мы пленных везем. Вот. А тот ответил, говорит, о, скинь нам парочку штук, нам тут нужно. Вот. Он говорит, не могу, они подотчетные. Вот. Услышав это, ну, я тогда вот осознал и понял, что я попал в плен, так сказать, как бы со слов этих военных. Ну и дальше как бы перевезли в Донецк в СИЗО. Там тоже был у нас как бы допрос без лиц, без ничего. То есть они находились за большой перегородкой, то есть их видно не было. Кто допрашивает, что допрашивает, то есть ни звания, ни должностей. Помню, слышали только, что был там мужчина и женщина. После того, как тоже задали стандартные вопросы, кто, откуда, чего, чем занимался, нас распределили в камеры, там мы переночевали сутки, и после этого нас этапировали уже в Еленовку. Опять же таки, ничего не объясняя, ничто, от слова совсем, то есть была полная как бы информационная блокада, изоляция, на вопросы наши не отвечали, никто ничего. И вот мы, грубо говоря, с 1 апреля я в частности как бы находился попал в Еленовку. Ну, вот как бы такая маленькая предыстория непосредственно моей деятельности и как я попал в Еленовку. От ви згадали, Сергію, підзвітні, непідзвітні полонені, а є непідзвітні полонені, з якими можна робити все, що завгодно. Да? От ви згадували, коли на блокпосту інші росіяни намагалися просили дати парочку полонених, а ті, що вас конвоювали, сказали, та ні, це підзвітні. Тобто є непідзвітні, яких, я так розумію, використовують як рабську працю або для якихось інших потреб. Ну, вы знаете, исходя из того, что как бы все эти ситуации, что мы там наблюдали, то есть, наверное, все-таки, которые у них, ну, как бы подотчетные, да, как бы военные, в смысле люди, а есть неподотчетные. То есть, так как нас непосредственно как бы с Мариуполя, и мы прошли вот эти все этапы проверок в Старобешево, в самом Мариуполе, потом еще, то есть нас, наверное, все-таки как-то контролируют, потому что, во-первых, нас было большое количество, потому что мы волонтеры, они, наверное, все-таки, может быть, еще на тот период не понимали, как бы, насколько это официально, то есть, и, наверное, все-таки нас ввели в ранг как бы таких подотчетных, да, то есть таких, которых контролировать надо, чтобы вот их доставляли в том количестве по всем как бы этапированию, в котором надо.
А вот те, которых просто гражданские, которых вот, ну, вот на блокпостах где-то ловили где-то что-то, ну, мы с такими сталкивались, то есть как бы общались там, находясь как бы в промежутках в этих камерах. То есть разговаривали, где кого как бы взяли в плен. Там, то есть были такие, которые, да, которые просто как рабсила, которые просто можно было пропасть без вести и могли и расстрелять, и никто бы ничего и не нашел, это однозначно. Потому что вот даже наши двое ребят, которых тоже на блокпосту задержали, ну, просто их вывели и сказали, копайте себе могилы, и стреляли под ноги. Ну, то есть, ну, однозначно как бы, были такие случаи, которые людей просто вот как рабсилу использовали и не контролировал никто, и кто, и что, и чего. Скажіть, от з вами було чимало людей цивільних із Маріуполя, я так розумію, не з Маріуполя теж. Що це за люди були? Ну, дуже, дуже різні, у всіх дуже різні історії. А вони хапали всіх підряд? Чи була якась логіка? Чи як ви собі це пояснювали? Ну вот что касается как бы нашего задержания в Мариуполе, то есть это была четкая с их стороны, я так понимаю, спланированная операция, потому что как только появилась возможность попасть в Мариуполь и возить гуманитарную помощь и эвакуировать людей, очень большое количество волонтеров и просто гражданских людей с активной гражданской позиции поехали в Мариуполь помогать мариупольчанам. Очень большой. То есть, и видя такой наплыв потока в Мариуполь гуманитарной помощи с Украины и эвакуация большого количества, насколько это возможно было на тот момент, гражданских лиц, они решили эту ситуацию пресечь. И сделали таким образом, что вот в этот один прекрасный день, я так понимаю, что было четкое распоряжение всех волонтеров, которые были, находились в тот момент в Мариуполе. Эвакуация, раздача гуманитарной помощи, выезжающие с Мариуполя задержать и с дальнейшим как бы нашим этапированием по всему. То есть, потому что когда вот мы уже потом все собрались, грубо говоря, как бы в единое такое как бы целое, с разных мест начали свозить, вот, и мы начали как бы общаться, а ты кто, ты откуда, а ты откуда. Что касается как бы нас, то есть нас было порядка где-то 30 человек, это все волонтеры, которые приехали непосредственно с миссией, да, волонтерской, гуманитарная помощь и эвакуация людей. Вот. И нас уже потом, в принципе, так и держали всех обособленно как бы от всех вот в таком количестве. А с теми людьми, с которыми мы пересекались случайно в камерах и в Еленовке, абсолютно разные истории. Там кого-то задержали без документов, кого-то посчитали, там, что он подозреваемый, кто-то просто пытался как бы там пройти или жил. То есть некоторых по наводке гражданской, которые как бы, ну, были такие случаи, которых сдавали людей, да, то есть вот он имел связь с ВСУ, он им помог с тому. И точно так же, как бы, да, то есть брали в плен и использовали их в своих, как бы, целях. Поначалу это было так. Потом уже у них началось со временем, то есть на самом деле, как бы, вот эта Еленовка, куда мы приехали, то есть она была законсервированная тюрьма, то есть она была абсолютно не приспособлена на тот момент к содержанию и приему военнопленных, то есть от слова совсем, то есть не было ни света, ну, свет был, как бы не было подведено ни электричества, ни, не было никаких абсолютно коммуникаций для жизнедеятельности, так как туалеты, кухня, поначалу все это готовилось на полевых кухнях, стояли три полевые кухни, которые, на которые как бы готовилось типа еда, вот,
Поэтому нет фон, ничего. То есть заброшенная, абсолютно законсервированная тюрьма. И потом мы уже со временем, как бы попавшие в Леновку, то есть мы нас использовали как вот, дешевую, бесплатную, наверное, рабочую силу, которой дали возможность нам для наших улучшенных благ содержания, выбора, либо сидите в таких условиях, либо вам чуть-чуть, может быть, получше условия, но вы за свой счет отремонтируете определенный как бы, фронт деятельности, то есть бараки. То есть нам было выделено два барака. Один барак ремонтировали сотрудники полиции, как ни удивительно. Вот. А второй барак дали нам, как бы, гражданским, который тоже, как бы, нам под ремонт нужно было непосредственно отремонтировать. Потом мы уже поняли, конечно, со временем, для кого и зачем. Вот. Таким образом, как бы, наверное, происходило разделение на, то есть, кого у нас людей. Я нагадаю, ви слухаєте ефір програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Сьогодні ми розповідаємо історію маріупольця Сергія Ліня. Він пробув в полоні у росіян 108 днів. В Маріуполі Сергій допомагав людям евакуюватись, привозив в місто гуманітарку, натомість звідти вивозив людей, яким під час окупації іншим способом виїхати з міста було на той момент станом на весну 2022 року нереально. І от таким чином, під час одного з рейсів Сергій потрапив в полон до російських окупантів, 108 днів провів в російському полоні, його тримали в Оленівці. Сергію, ви от розказуєте, як росіяни потім в ці бараки почали завозити вже військовополонених, і я так розумію, що ви ще встигли на власні очі побачити, як туди привезли військовополонених, власне, з Азовсталі, тобто азовців. Да, это все было как бы непосредственно на наших глазах. То есть мы это все видели воочию. К сожалению, да. Как это все происходило? Ну, немножко как бы предысторию. То есть в один из дней мы, проснувшись, мы увидели просто как бы какая-то суета происходит в Еленовке. То есть вдруг происходит перевешивание флагов, потому что когда мы в апреле месяце попали туда, там висел флаг ДНРовский. А потом, через некоторое время, это уже было, наверное, в мае, да, то есть мы смотрим суета, смотрим, все поменяли шевроны на российские, все одели лычки российские, повесили российский флаг, мы вообще не могли понять, что происходит. Вот, и со временем потом мы все-таки нашли это объяснение. Почему? Потому что, увидев с окна камеры огромное количество на горизонте автобусов, и когда они подъехали, огромное количество БТРов со всех сторон, вертолеты, то есть, и увидели, что они начали заезжать в Еленовку, то есть мы поняли, что какое-то большое количество военных, пленных привезли. То есть мы не знали откуда, вот, но смотрели, что да, теперь как бы все непосредственно как бы появился там уже и ОМОН российский с собаками, и подтянули, приехало очень большое количество прикомандированных россиян для усиления как бы охраны. России было прислано туда, то есть им за территорией сделали отдельное как бы временное жилье, построили, они там находились. И начали непосредственно как бы этих всех наших военнопленных расселять, заселять по баракам и по тем местам, которые как бы были свободны. То есть там было большое, около 8-9, ой, сейчас... Да, по-моему, 9 бараков больших двухэтажных. Вот. И их начали всех туда расселять, непосредственно как бы
Потом уже со временем мы поняли, как это все происходило. То есть непосредственно как бы азовцев, именно азовцев, ребят, которые с Азова, их отделили от всех. Они находились отдельно от всех. А все остальные, ВСУ, морпехи, пограничники, ну все как бы, да, категории как бы, военнообязанных, их от них отдельно как бы расселяли уже в другие бараки. Очень долго это все происходило, то есть на самом деле как бы, большое количество военнопленных было, то есть это был не один этап, был сначала первый раз, потом через некоторое время еще и еще, то есть это было, по-моему, около 3 или 4 как бы, больших этапа, и чтобы вы понимали, вообще это как бы тюрьма рассчитана на 1200 человек. Это полная, скажем так, как бы загрузка этой тюрьмы. Нас там на июнь месяц находилось 3500. Ну, то есть вы можете понять, как бы, да, условия содержания, если это можно назвать содержанием всех военнопленных, 1200 и 3500. И когда вот всех уже, так сказать, как бы разместили, насколько это возможно было, то есть закончился как бы период приема военнопленных, из-за нехватки как бы человеческих ресурсов у них, они нас подтянули, ну, так сказать, выразиться, чтобы мы непосредственно делали опись всех военнопленных по баракам. Ну, во-первых, они как бы боялись туда заходить, особенно к азовцам. То есть азовцы охранялись особо в усиленном режиме. Их два барака, их один, их два барака охранял постоянно ОМОН с собаками. Кормить их водили отдельно от всех. Вот. И они просто боялись к ним подходить. И поэтому как бы они, наверное, все-таки, может быть, как мы гражданские, как мы волонтеры, как бы скажем, ну, раз вы их, то, наверное, они с вами ничего не сделают. Да? Вот ходите и описывайте. То есть делайте описи, ведите как бы это, что в этом заключалось. Нужно было непосредственно каждого сфотографировать вас лево-право, звание, фамилия, имя, отчество, наличие, какие документы были непосредственно как бы у какого военного. И вот так мы этим занимались по абсолютно как бы всем военнопленным, которые находились там, в том числе как бы и азовцы. Как вам сказать? То есть, с одной стороны, конечно, как бы было приятно, то есть пообщаться как бы с ребятами, потому что у них тоже было полное отсутствие какой-либо информации, ну, хоть как-то что-то, чего-то, как-то, ну, скажем так, как бы, могли хоть перемещаться по территории, где-то что-то услышали, где-то что-то узнали, то есть некоторых ребят даже дали доступ непосредственно как бы работа в штабе, непосредственно среди офицерского как бы состава, то есть кто умел владеть компьютерами, то есть печатать, вводить все эти данные, все эти фотографии, то есть это все нужно было делать, то есть это очень большой объем информации, и поэтому кто-то работал в штабе, кто-то работал непосредственно, как бы, вот как мы ходили по баракам, некоторых подтянули непосредственно работу на кухне, то есть это все это делали военнопленные, все работы, убирали все военнопленные территорию, огород начальника тюрьмы, военнопленные за ним ухаживали, он там такой любитель, он, видать, на сельскохозяйственник. Вот, то есть под все абсолютно работы привлекались непосредственно военнопленные. Вот таким образом как бы нам удалось близко, да, войти в контакт с военными, с ребятами, со всеми. Как бы, вот, и даже встречали там и знакомых с Мариуполя, с которыми непосредственно как бы я пересекался, то есть лично они там, когда видели меня,
ну, лучик света в темном царстве. Ты как, что, чего, вот мы, скажи, что дальше, какие, что? Я говорю, ничего абсолютно не знаю. Вот что, что я знаю, то вот я как бы вам скажу, что вот что мы делаем, а информацию передаем дальше, а что с вами будет дальше, мы не знаем. Сергію, скажіть, а ви вот так. Да. Прізвища запам'ятовували, тому що дуже багато хто звільняється з російського полону, потім ці прізвища намагаються озвучувати рідним, правоохоронним органам. Ну, тобто люди в голові цілі списки складають. Ну, ви знаєте, як би дуже складно було, звісно, запам'ятати. Тобто ми, коли, скажімо так, якби забігаємо вперед, когда мы уже вышли с плена, были освобождены, то есть, естественно, как бы некоторым ребятам, особенно кто работал в штабе, то удалось вынести какую-то информацию, и она была передана непосредственно как бы в соответствующие органы, как по спискам, так и по каким-то другим документам, определенным, которые как бы, ну, не имеют права озвучивать. То есть эта вся информация была передана. Единственное, что я могу сказать, что все, что касается как бы военнопленных, ну, наверное, все-таки к счастью, ну, я говорю в частности про Елену, то есть они, в принципе, все были задокументированы и внесены, наверное, я надеюсь и уверен, наверное, что они были все-таки внесены в реестр какой-то, да, то есть что это военнопленные. Неважно там какой ранг был, то есть сержанты, рядовые, офицерский состав, старший офицерский состав, то есть поэтому мы и фотографировали всех, то есть и описывали, делали опись как бы, непосредственно всех военнопленных. А вот что касается гражданских, ну вот вы знаете, здесь на самом деле очень большая проблема для всех, особенно, ну, вот, потому что они не подотчетны, в частности, в том плане, они не относятся к обменному фонду. Поэтому... Угу. А як ви про це, Сергію, розуміли? Вам це якось пояснювали? Чи, ну, це таки ви перебували разом з військовими і вас всіх називали полоненими? І я думаю, мені так здається, що людина, яка... які сказали, що вона в полоні, вона автоматично, напевно, думає, що, ну, добре, головне, щоб про мене знали, напевно, мене мають внести в так звані обмінні списки і забрати додому, да? Тим паче, якщо, ну, іноді там ви бачите, що когось таки вивозять і, можливо, доходила інформація, що це були обміни. Я з цивільними якось було не так, якось умови не ті, поводження не такі, спілкування інше. От як ви це, по чому ви це бачили? Ну, гражданские на самом деле, то есть это такой человеческий ресурс, который абсолютно не подконтролен ни украинской стороне, к сожалению. То есть она здесь единственное, что гражданские, они здесь числятся без вести пропавшими. И точка. Больше они никакой информации, если российская сторона эту информацию не даст Украине, то есть он здесь будет числиться без вести пропавших и все. А я правильно розумію, що що ця ситуація, вона накладала свій відбиток на те, як, ну, які умови утримання були, як взагалі, яке поводження було з цивільними. Ну, якщо ці цивільні ніде толком не зареєстровані, ніхто не підзвітний за них, їх прибуває ще більше і більше, то це виглядає як якийсь абсолютно нескінченний ресурс, з яким ти, по суті, що хочеш, ти і робиш. Совершенно верно, Игорь. То есть это именно тот ресурс, который могут использовать столько, сколько они посчитают нужным, и ничего им за это не будет. Почему? Потому что в нашем случае, по их закону, так как мы гражданские, нас должны были максимум 7, 21 и 30 дней. То есть 30 дней – это крайний срок, который по их закону позволяет содержать под стражей до выяснения личности, до разбирательств, там, проверки информации, либо выпустить, либо предъявить обвинение какое-то.
У нас каждые 30 дней мы подписывали какие-то бумажки без возможности ознакомления, без печати, просто подписали и все. И забрали эти бумажки. Так это было у нас в мае, в июне. Вот. И только в июле нам дали бумаги с печатями, мы их подписали, нас выпустили 4 августа, и когда нас выпускали, мы получили копию постановления, и оказывается, мы были задержаны в начале июня. То есть это говорит о том, что предыдущий период это просто мы были на свободе, и никто нас законно не задерживал. Тобто вот з квітня по червень вони робили вигляд, що ви не у них. Сергію, а я от знаю, що у вас є проблеми з доведенням статусу полоненого тепер, ну, цивільного заручника, так? Після виходу. І воно пов'язано з тим, як сталося звільнення. Та? Я от би ще хотів, щоб, Сергій, ви розповіли, як сталося звільнення, як ви дізналися, що ви тепер, да, що вас звільняють, і от, власне, перейшли до цієї теми, про яку запитала Настя. Ми, чесно говоря, как бы даже вообще, то есть нас ніхто не поставив в курс діла, що нас будуть освобождати. То есть мы единственное, что как бы нас вселило надежду, то, что что-то, какое-то изменение произошло в нашем содержании, что нам дали подписать какой-то документ уже с печатью. То есть уже выделили мокрую печать, и мы подписываем, мы понимаем, что уже что-то пошло официальное. Вот. Освободили нас, просто открыли камеру, подошли по спискам, начали вызывать с вещами на выход. Но мы, честно говоря, думали, что нас опять этапируют куда-то дальше. Хоть слава богу, хоть какое-то в нашу сторону движение, потому что никто ничего не объяснял. И потом, когда мы уже подошли непосредственно к штабу и к выходу из тюрьмы, то есть мы поняли, что нас освобождают, и там нам выдали копии постановления об освобождении. Вот. Таким образом, как бы, опять же таки, не уведомив, что и как, нас просто вот выпустили, претензий нету, подписали, все, дверь открыли, вышли, и мы глоток. А як ви собі це пояснюєте, чому це відбулося? Наверное, знаете, как бы вот до этого мне спрашивают, как. Я так думаю, что все-таки мое личное объяснение, то есть это все-таки то, что за нас начало бороться большое количество людей, в том плане, что у нас все родные объединились, начали писать об этом в СМИ, начали об этом писать в интернете, начали об этом говорить и блогеры с большими подписчиками, начали писать об этом блогеры за границей, и вот, наверное, все-таки вот эта волна информационная со всех сторон о том, что незаконно удерживаются волонтеры, которые не имеют никакого отношения к военным, все-таки это, наверное, может быть, дало толчок к тому, что надо все-таки их выпустить, поставить себе галочку, типа, вот, видите, мы их благодарны, продержали официально по законам 30 дней, и мы их освободили, к нам никаких претензий, вот они живы и здоровы. Да, то есть плюсик себе в карму, вот, и тем самым как бы погасить вот эту волну, да, то, что незаконно содержатся гражданские люди у них в плене. Вот. А что касается, как бы, Анастасии, вопроса по гражданским и военным, то есть четкая градация, да, то есть проблема, то есть связана с тем, что есть четкая градация на сегодняшний день. Военные – это четкий, да, как бы ресурс, который подлежит обмену по закону. Гражданские опять же таки, если они официально подтверждены, что они в плене, их могут как бы требовать на обмен, просто как гражданских. А в моем случае, так как я не гражданин Украины,
Вот, то есть, но имея постоянный вид на жительство в Украине с 2012 года. То есть я фактически де юра резидент Украины. По Конституции единственное, что я не имею права, это только голосование. Все остальные права у меня как гражданина Украины. Но, столкнувшись с тем, что подав документы, да, как бы то, что собрав пакет документов, и подал ее как будущее в плену, мне сказали, что вы не являетесь гражданином Украины. Если бы вы были военным, если бы вы были бы по контракту, воевали бы, то вы бы входили в статус, да, как бы, для компенсации по плену. Но так как вы гражданский, так как вы не гражданин Украины, основной, да, как бы вот, акцент на это, вы не можете получить компенсацию проблем. Вот. По, ну, это в законодательстве брешь, это, то есть по сегодняшний день, как бы, моя, скажем так, как бы, юридическая поддержка, которую мне оказывает организация бесплатно, мы дошли до Верховного суда, потому что по конвенции ООН 49 года, то есть вне зависимости, гражданин ты этой страны или не этой, то есть ты на этой территории, являясь как бы официально находясь на этой территории, попав в плен, то есть ты, так сказать, как бы, ты как гражданин, да, то есть ты должен получить, да, поддержку, компенсацию. Но... Сергій, ну я правильно розумію, що ви з цим рішенням комісії міжвідомчої, яка не встановила для факт вашого незаконного в'язнення, ви з ним не погоджуєтесь, і наскільки я розумію, якісь навіть плануються судові процеси в цьому плані? Да, то есть у меня непосредственно вся информация абсолютно, я во всех реестрах есть и в СБУ, и в Красном Кресте, и везде зарегистрирован как вести пропавший. СБУ подтвердило, что я как бы был в плену. То есть у меня все доказательства того, что я находился в плену, они у меня есть. Но первый ответ с Министерства реинтеграции это был в 2022 году в мае. Мы подали повторный с, как бы, с дополнительными доказательствами в октябре 23-го. Прошу прощения, в мае 23-го года, да, был первый ответ. Потом подали документы еще раз, был в октябре 23-го второй отказ от Министерства реинтеграции. Юристы предоставили как бы уже все ссылки на все законы международные, да, связанные с этой ситуацией, но тем не менее как бы получили отказ. Поэтому на сегодняшний день был собран полный пакет документов для подачи в Верховный суд Украины со всеми доказательствами, со всеми пояснениями, со всеми ссылками, со всеми обращениями и ответами для того, чтобы уже Верховный суд рассмотрел непосредственно, как бы, в частности, мое дело и принял решение уже исходя из международных, как бы, законов и конвенций, которые приняты и которые работают в Украине тоже. Вот сейчас мы в стадии, как бы, да, Верховного суда. Сергею, я решению, вам... как бы, моего вопроса. Да, 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 я... слушаю. Хотіла подякувати, що ви розказали вашу історію. Бажаємо вам в суді довести справедливість. Дякую, що вийшли до нас в ефір, розповіли слухачам і слухачкам громадського радіо про те, що з вами відбувалося. Я нагадаю, в ефірі програми «Звільніть наших рідних» ми говорили з Сергієм Лінням. Сергій – житель Маріуполя. Він потрапив в полон до росіян, коли в Маріуполі волонтери привозив в місто гуманітарну допомогу і звідти евакуював людей під час окупації Маріуполя росіянами весною 2022 року.
Пробув Сергій в полоні 108 днів, його тримали в колонії Оленівки. Ну, а я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо для вас провели. Я Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець, нам допомагала відеоредакторка Таня Марія Литвинюк, звукорежисерка Ірина Нижник. Будемо прощатись, слухайте, думайте. «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.